А этот болтается, заходит, и все время ветра и переслабли. Все, проблемы не нужны. Какой конец? Там же стреляется. Вот, смотрите, протешился, это все. А вот это вот. Да, вот это болтается. И куда бы там вот. Самой трубе. Обычно, когда вставляют вот такую. Тоже есть. У нас тут есть резинку. Вот такой вот конец вашей трубы, и вот такая внутри резинка, видите, вот черная. Да, ровная нет, вот это ровная, это значит, я пощупал, и кто должен это, выступ будет, это, знаешь, уровень. Да. Я пощупал, там по-моему, черный. Вот такой вид трубы. Да. Нету, но не знаю. Ну вот это вот, вот, это как? Вот это, конец, вот. Да мы поняли, что это вот. Да нам не надо объяснять, мы это прекрасно знаем. Мы вам пытаемся объяснить, чтобы вы поняли. Ну режим всего не продается, да? Давайте я куплю, и все решаю. Сколько? 10 рублей. Ну все. Так, не потеряем. Там у вас... Можно и то сделать, и так, по-любому. Не потеряли. Десять и 20 приходит. Нет, дальше, как говорится, это уже не наше полномочие. Я фотографирую, и человеку выдается новое зарядное устройство.